Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство. Колбасы, сосиски, сыр и сало – все это можно найти на стенде «Воронежского фермера» на выставке «Православие» в Сочи. Куропатка с апельсинами, запеченная в печени, гусь с яблоками, утка с черносливом, перепелка с брусникой. Различные сыры – сулугуни, копченый, брынза. Сало, как говорят в компании, мягкое и тает во рту, с чесноком, вымоченное в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек, колбас в натуральной оболочке. Запах, аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид продукции воронежского фермера притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Вообще, компания «Воронежский фермер» на рынке сырных колбасных изделий уже около 10 лет. Домашнее фермерское хозяйство отлично зарекомендовало себя на выставках на севере нашей страны. Теперь предприятие осваивает и юг России. Познакомиться с продукцией, заключить договоры или просто приобрести к столу колбасы и сыры компании «Воронежский фермер» можно на выставке «Православие». Она откроется 18 октября в отеле «Жемчужина».